Ребята, здравствуйте! Отгадайте загадки о диких животных. У зверя на морде две темных полоски. Живет он в лесу, где дубы и березки. А чтобы у зверя в норе было чище, меняет он часто подстилку в жилище. Не любит чистюля ни холод, ни зной. Впадает намеренно в спячку зимой, но летом ему отдыхать не досуг. Кто норы старательно роет? Этот зверь с двумя клыками, с очень мощными ногами и с лепешкой на носу роет землю он в лесу. Вот иголки и булавки выползают из-под лавки. На меня они глядят, молока они хотят. Сама мала, шубка пышна, в дупле живет, а орешки грызет. Серый, а не слон, зубастый, а не крокодил, гонится за зайцем, а не лиса. По размерам хищник мелкий, любит съесть на ветках белку, а потом занять дупло, где уютно и тепло. Ребята, назовите всех диких животных. Подумайте и скажите, какой общий звук в названии этих животных? Молодцы, все верно. В названии этих диких животных слышится звук «к». Звук «к». Согласный мы произносим его с преградой. Звук «к». Глухой мы произносим его без голоса. Звук «к». Твердый. Обозначать мы его будем синим цветом. Это буква, которая обозначает звук «к». На прямой палочке справа галочка. Обведите пальчиком букву «к». Не забывайте, галочка у буквы «к» справа. Из ряда букв найдите букву, которая напечатана правильно, и покажите ее пальчиком. Ребята, этого машиниста зовут Коля. Ему нужно отвезти диких животных в зоопарк. А кто где поедет, вы узнаете, если справитесь с заданием. Если в названии дикого животного звук «к» будет слышаться в начале слова, это животное поедет в синем вагоне. Если в середине слова, то это животное поедет в зеленом вагоне. А если звук «к» будет слышаться в конце слова, то это животное поедет в желтом вагоне. Итак, ребята,
каком вагоне поедет барсук? В каком вагоне поедет куница? С кем поедет кабан? С кем и в каком вагоне поедет ёжик? В каком вагоне поедет волк? А в каком вагоне в зоопарк поедет у нас белка? Мы дружно едем в зоопарк, 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 посмотреть зверюшек, каких-каких зверюшек, зверей каких-каких, маленьких и больших. А в зоопарке у мамы барсучихи детеныш барсучонок. Мама барсучиха встретилась с кем? У папы ёжика детёныш ежонок. С кем встретился ёжик? У папы волка волчонок. С кем встретился волк? У мамы бельчихи детеныш бельчонок. С кем встретилась бельчиха? Мы дружно едем в зоопарк, 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 посмотреть зверюшек,